В Хабаровске готовятся отметить новоселье почти 200 семей военнослужащих. Сегодня им торжественно вручили ключи от комфортабельных квартир. Все помещения полностью отделаны. Там установлены современная бытовая техника и система пожарной сигнализации. Рядом с домом детские и спортивные площадки. Военные отмечают, что и для тех, кто живет в служебных квартирах, предусмотрены такие же удобные условия.